Любимая хоккейная команда, предновогоднее настроение, открытие нового катка. Все сошлось в этот день на льду в парке культуры, спорта и отдыха, подарив посетителям настоящий хоккейный праздник. Мы болеем за «Армаду», мы играем в «Армаде». У меня дети играют в 11-м и в 14-м году. И недавно мы сами начали играть мамочками в хоккей. Поэтому мы полностью на льду, и нам это нравится. И сегодня мы тоже здесь. Все классно, круто. И будем здесь тоже тренироваться. Ура! Ура! Каток площадью 1450 квадратных метров, теплые раздевалки, прокат коньков. Глава округа, он же капитан «Армады», первым опробовал новый лед. Я увидел, что это место станет любимым, излюбленным местом для зимнего отдыха всех возрастов. И для детей, и для взрослых, и для спортсменов профессиональных, и для людей старшего поколения, и для наших студентов, которых тоже много в парке. На новом льду встретились олимпийские чемпионы, звезды КХЛ, политики и общественные деятели. Мы будем тренироваться. Я хочу, чтобы вы выходные больше времени провели на свежем воздухе. Приходите, мы будем всегда рады. Высокой оценке олимпийских чемпионов и настоящих профессионалов можно доверять. Они уверены, для жителей Одинцовского округа и не только, каток будет любимым местом для отдыха и занятий спортом. Это радует, что теперь можно будет зимой и в хоккей играть, и, наверное, летом и футбол, баскетбол здесь будет проходить. Поэтому это отличное сооружение. Я поздравляю всех жителей Одинцова и Одинцовского района, у которых появился такой прекрасный каток, где можно заниматься и фигурным катанием, и хоккеем, и будут проходить и массовые катания, и различные соревнования любительского хоккея. А пока на льду разгоралась не по-зимнему жаркая игра, гости грелись горячим чаем, наслаждались полевой кашей. А юные спортсмены, фанаты и любители выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться и взять автограф у легенды советского хоккея Александра Якушева. Да отличный лед. Мне прям захотелось самому выйти поиграть. Потому что атмосфера прекрасная, много зрителей, много ребят маленьких, которые мечтают играть в хоккей. Поэтому настроение отличное, предновогоднее. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».